Он и помадой. Блять, кто-то спулился. Полина. Давайте бей. Врач. Конечно, бейте. Вставалка есть. Поставь еще в центр. Первый бил. Бладлаз дается на гниломорде по 30%. Можете дать скул, если очень хочется. Я уже не могу. Ну вы там не поумирайте, только убейте босса. А мы можем долго будете уж просто. Дайте. Это спойлила я. Ужасные новости, народ. О, Кирсу надо отправить. Так что можете начать. А, травма упала. Да, Кирсу надо отправить скрин. А что там случилось? Кто там за лут такой интересный? Травма. А. Ну. А Кирс онлайн? Зачем ему скрины? Ну, хотя даже же вроде не было. Непонятно, короче. Нормально, я на 30 пожал. 23 тысячи, нормальный ДПС, я думаю. Вилканите? Звонили. Да, я почему-то... А чё, Аркус хуже травмы, что ли? Там слизни попал, ляма. Аркус? Мультидотил. Там они меня как? Ну тот, который под боссом был, там по-любому дотался. Ну, да. Вычтим слизня, получается 20 тысяч. Нормальный ДПС. Войт, а ты из-за чего говоришь, что типа, блядь, совы хорошо? Ну, типа, хорошо, что там машешь. Потому что ты сам типа, на тебе не совой играешь, типа. Блядь.
понял, он что медведя собирает. Честно, мне нравится нет, этот он класс. Сова имя не играет. Нет, честно, мне нравится этот класс из всех РДД. Ну, сова, ШП. Блять, вообще, зашквар, блять. Жал кусок, но медведя играет сову, эх, и... Ты, если ты не в курсе, я всеми классами и спеками играл, кроме Ханта и Мата. До скорой встречи. Брайан Эрикс. Там Вай что-то говорит, что ли? Да, говорил. Он, короче, говорит, с его у меня пацан на всех персонажах играл. Да. Не говори, Бибу. Я бы это мог не говорить. Я думаю, лучше играть одним хорошо, чем играть всеми, как попало. Сейчас я тут... Брюс Ли говорил. Это как про один удар и тысячу приемов, да? Давайте шкаф, пойдем. Че, где же? Бля, вот мне вот, знаешь, что хочется на тебя посмотреть в качестве паладина, блядь. Че там смотреть, там вообще изи. Посмотри, откуда. Че там, сюда вытаскивать будете или че, как? По квесту? Ждем, пока все придут. Квест. А че ты удивляешься, че паладин? Цвет розовый. Бля, гриба убили. Цвет просто розовый. Там Палик, не спульте, только встаньте аккуратно. Поставьте мобильный банк, у кого есть. Пути я тебя поставлю. Он уже стоит. Я реги туда свои забросил, бафить не могу. Прям все затыкали. Вообще красавцы. Я по всем пройдусь. Что, у нас не контроль или не то что? Куда контролю? Бля, дайте эфир, сейчас убьют же. Элбрил, ты, кстати, предупреждай меня, когда дочурку за руль пускай будет профилактика ГП. Да не. Это я знаю, куда ее пускать. Это везде лечится. Шустрее поднимать. Почему один мос это прессает? Это чувство, когда бернул мосту и похвалили его. Да что у нас сова, я не понял, в клаке делает? Сов хвалить не за что. А я не понял, кстати, да, женой, ты по какой причине находишься за инстом?
Если ты мне в течение нескольких минут не напишешь в личку, почему ты находишься за инстом, это 200. Понимаю. Ну, это 200, я тебя поздравляю. Его темночит. Жужик. У тебя остался один косяк за рейд, дальше ты вылетаешь из рейда. А что, был первый, что ли? Да, уже был. Я релогнулся, а то, блин, я даже в сумке залез. Но... Если пульс трэш. Потом мне тут интересно сказал. Вот не бегаю туда сюда гости. Все, один, один, один. Доброго времени, Сереж. Буду релогаться, не помогает. Короче, нифига не помогают зеленые кубики кругом, бля. У меня тоже так же. Коника там должен был мгновенно остаться такой же, но порезаться... Нет, наоборот. Порезаться... Стартовый режет. Наоборот, да-да-да, я перепутал. Дотка дамажит в разы больше, чем мгновенный урон, вот так. Да. Так, Йотун у нас на левом, Хант и правый бух. Ты танкуешь Келесета. Ладин правый дух. Мерчен на бафы. В Азарии нету Кирса.
Сегодня ДВ убили или че? Да. Манечки уж. Я ману регеню. Джайна запускается? Да, Джайна работает, она переработана. Она веселая стала. Мы с ней танки с ДВ состава писали, что там пробивают очень сильные. Каску по шаманам и лапку. Рыбы сзади, Кирс. Сереж, я убрал. У нас с тобой сумки не так, а у моего друга по игре гильдия неправильно отображается зеленым цветом. Кэш удалить, и все нормально будет. Гильдия тоже. Тоже думаю, что... Я на пулю тебе этого. Чал, дай Инар по Кирсу и пулем. Блин, не разделяйте на стан. Бля, вы хоть объясняете человеку, как танчить? Смотрите. Когда танчил, всегда здесь танчил. Я ж не знаю, как вы танчите. Нормально он все сделал, чего вы переживаете? Кого пиздят? Падает. Бладласт. Бладласт. Ну и тут я уже поговорил. Отойди сейчас сходу. Есть осколок, Алекс? Есть. К
там 4-5, да? Плодин у нас просто. Угу. А, ну окей, значит, ты игру выйдешь. 5? Да там вага заберет. Спартак правильно. Че? Что? Вы о чем? Конька, ну можно попробовать. Не, не заберет. Так я последние разы забирал бабл, так что. Чего это? Ну, в последний раз сов не апали. Как вам, кстати, не забирать, ибо они не напулируют, да? Не знаю. Да я же не напулирую, зачем напулирую. Эликс, ты никогда не заберешь, что я на ханке. А на кого тогда кислый орал, что агро срывает, первый путь забирает место или номер что-то? Кто помнит этот случай? До ты 5. Я поняла. Нет? С результатом? Целая ругань была. Ну если в Т4, то понятное дело, почему на него ругался, блин. Т10 на Алекс пишет. Нет, инс в Т4 был или в Т10? Если в Т4 был, тогда понятно, почему кисло на него ругался, блин. Т4, да. Нельзя укус забирать в Т4 при том. Ну они ШВД дают и самоуничтожают. Че он типа там ВПС проедет? Я подойду. Нет, смотри, он ШВД жмет, а ШВД-то урон увеличивается при укусе. Тебе там, блядь, ты ваншотаешься, да. А в Т10 не забрать пулу, если не напулит на тип. С пистол. Как бы ШВД активирует четвертый бонус Т4. Вот я тебе про. Я тебе про что я говорю, типа, блядь. Нет, ну господин Алекс. И Т4, и Т5. Блять, будем или будем ждать, когда стаки спадут? Будем ждать, пока стаки спадут, обязательно. Все, пуляю. Дайте лапу. Нет, Коника, вот этот эксперимент, то, что мы делали, бабочки пойдет, нет? Под чем мы тянем время, блядь? Ха? Так. Очень интересно. Хан, ты в курсе, что без отчета пулить не надо? Я понял. Бегите. Сова, кто Жена? Это? Жулька? А-та-та. Бабл, ты же меня уважаешь? Чё Тулимор стоит? Залагал.
Меликс, мое уважение. Хан никогда не пуль босса без отчета или команды РЛ. Понял. Плюс коник. Как дела? Покажите кулаки, прайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять... Ох, ладно, у Карибрада, фига себе. Довольно пустой болтовник. Да, точно, мужик, резвит. Ебать, красивые иконки. Сейчас скину вам дискорд, короче. Что за икон? А Т5. Сейчас, чекайте. Вот, вот от второй особенно прям. Иконка хуйня выглядит. Иди же, встречай свою вторую смерть! Красиво. Прикольно, да. Вторая? Ну, которая правая, вот прям, ну, такая все. Ну, типа, первая, это, типа, что-то ночное такое, а тут, типа... Ну, да. Дерево. Тоже, да, прикольно. Интересно, нам что-нибудь тоже поменяли? Да, о чем? В обсудилке, где она? Скинул это. Ну, поменяли шиконки, да? Вон я скоро бей скинул чек-то. Ген, ну ты говорил, ты что, так сразу чешку, да, это ловко, знаешь, я ты что, так сразу лужу, вот, имба. Ну, да. Ну или когда хочется послакать, да? Типа, да, да, да. Как сегодня на этом. На Ланотель в обычке. Просто лужу кидаю по КД. Потому что там все сбежались прям в мелизону. Супер очень. Мне очень нравится.
нашел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного. Я отвлеку на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Серебряного Аванжара. Вы так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Два шамана в порталах. Йотун слева, Хан справа. Говорят, можно. Следите еще следующий портал.
Че, жмите Бладласт на Хелен. Там уже 2 ляма осталось. Все равно. Какой-то вагон умер, я не знаю, как ты это сделал. Понимаешь? Я вообще за инстон. А тут ничего интересного не упало. Блять, он чё, кажется, заебанный поезд вообще когда-нибудь падает. Йотан, это твоя Т5, да, такое было? Желтенькое. Это Триня. Триня? Жан. Чезар. А, Мороз. Я его разлагал? Или почему я даю бесконечный тайфун? Где? Вот только что, блядь, тайфунов 7 подряд. Поставьте шкаф, суманите тех, кто не добежал. Ну, Гена, дай рыбу есть? Да. Сейчас открыть. Ах, это, и то ли это баг какой-то. Но я сейчас просто типа, КД. Так, ну 7 примерно. Во. Ну я вижу, ты что-то кастуешь. Один был точно. Один? У меня по анимации было 3. Ну я только один видел по анимации. Все понятно. Тайна Савинова до конца раскрыта. Бесконечный тайфун? А как же звездопад Кена? Там звездопад походу стакается. Это же классика. Звездопад, ну. Да не, бесконечно ты фут пьешь. Заходим, да? Ну то заходим, не надо стоять афкашить. Перекура не было. Бибик за мной привязался. Смотрите, не бейте его. Я сегодня дала тут лужу перед трэшем, и просто отец эту же лужу дал, мы вдвоем и подохли. Только хотел сказать, обычно друид тут первый умирает. Ломан собрать. Сегодня ребята мне уже пишут на 5, наверное. На днях ломан. Слава богу. Продажный или простой? Простой. Для ребят 4 сундука или что-то там, какие-то ачивки сделать. Я так по фанчику. Да, Куника жестко порезали. Ты не поуешь. Да, кстати, Талумор, надо потом после, не уходи, после рейда, поговорить надо. Это я сегодня замоталась, вообще никому не отвечала. Thank you.
Сколько на Алексёне дал нас руки? Вагон 26 тысяч всего. Вагон. Жуза. Слово вихрь, говорят, понять, или 70 сантиметров. Ты откуда раньше было в разы больше? Чистим трэш и перекур 3 минуты. Я джайл не успеете? Ну почему? Сделаем сколько-то пулов. Посмотрим, что из этого выйдет. Собирайте 2 трэш. Посмотрим, сколько выйдет. Сколько скорость каста молнии у Элем? Недостаточно. Там вроде около 1 секунды. Я, кстати, не смотрела, я не знаю. Там спек взглянул. Но это, мне кажется, от скорости все-таки зависит. Около. Ну, типа, у меня много скорости, у Кирсгорна меньше скорости, но у меня за счет хиловского шмота так получилось. У меня там вообще 1400, что ли. У Кирсгорна 1200, насколько я помню. Соответственно, у меня быстрее будет кастоваться. Надо глянуть, да. Заявитесь. 71 тысяча резист. Почему? Должна быть. Джонатан, родной, ты лагаешь. Танок там моб какой-то бегает. Спасибо. Вот, гевка драконов добьете, запустите таймер перекура на 3 минуты. Я по телефону пока говорю так. Ну, ты пишешь Flash DBM Brief. Хорош. На жамбас, да? В комнату заходим. Надо в комнату сходить.
Кисло вид ГП даст. Пэт. Да, Кисло за это ГП. Но официалки за это банят, это как бы, ну, и выйдите билку. Ну как это фир выйдет? Ну, как бы можно и здесь заявить, на площадке не устоял. Короче, не ведите комнату и все. Че, Илюшин, опять бы вы союзит, да? Ну. Что, типа АФК? Можно отойти? Погибни! Да, можешь курить идти. Я не курю. Ну, попробуем, может понравится. Нет, не понравится. Thank you.
Тресните, пожалуйста. Йотун, Фрост, Резист, есть шмот? Нет, я знаю, в ДД лучше ты. Успекайся. Рыба стоит. Войд, потанчишь? Войд. Что тут, сапрота пьем? Да, обязательно. Встаем с ГБ, кто может, и пьем сапрот. Ладно, рыба ждем Войд. Рыба есть? Да, стоит. Я не могу. Эликс, мышка. Вот, слышишь меня? А Лола, они Реги на сапрот поменяли? Да, и на топ-фласке он, как пишет Вольф. Чего? На топ-фласке, да, вроде бы, да. Он говорит, нету на там... На сапрот по... теперь нужен огнелист и ползучий кошмарник. Да ебануться, это фласка будет стоить. Вы простите за мой каламбур, но они охуели. Типа под 500 голды фласк. Неликс. Топовая фласка или ты о чем? Сапрот сделали, кошмарник нужен вот, типа. Вот, типа, сейчас. Что, кошмарник типа труднее найти или что? Да, но, это да. Очень-очень редко. Прикольно. Его и так было, типа, не до хуя. Потанчить, это на титаны, это... люди пишут, что теперь выгоднее пить предтоповые сап... Ну да. Они 50 дают, а те... Ты синдру танчил, знаешь, что надо делать? Нет, я синдру не танчил. Так, ладно, вот ТМТ, хан ОТ... Первую фазу танчит, соответственно, Войд Хант и просит тебя сменить его, подходишь под морду, забираешь босса на себя и танчишь. Дальше Войд разберется, будет, что делать. Рчен на баф и пул. Чего себе, блин, балдели. Ты чего у меня на лексковый? На маунтов садимся и едем на балкон. Все были готовы.